Пошли, 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 с другой стороны. Давай, 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 давай. В сегодняшнем матче, естественно, Астана фаворит. Команда, состоящая полностью из игроков национальной сборной, игроков, которые имеют опыт выступления в Лиге ВТБ. Мы проигрываем и в опыте, и в подборе игроков. Хороший тренерский штаб. Но мы намерены показать то, на что мы сейчас готовы. У нас были сложности, команда была на карантине, несколько человек переболело коронавирусом, поэтому, конечно, мы не в оптимальном состоянии. Тем не менее, игра с Астаной – это всегда вызов, а тем более игра в полуфинале Кубка Казахстана. Будем сражаться и постараемся показать максимум, на который мы сейчас способны. Настрой команды, как всегда, боевой. Какой бы ни был соперник, мы всегда готовимся, играем только на победу. Выходя на площадку, игроки у нас все готовы грызть паркет и показывать хорошую игру. Сегодня будет битва, сегодня будет игра с хорошей командой. Наша команда должна быть мотивирована, так как соперник очень сильный. Все игроки сборной Казахстана. И, как я и сказал, что все игроки должны получить огромное удовольствие играть с этой командой и проявить себя. Это очень большой опыт для нас, также и для молодых игроков с нашей командой. Ну, мы будем биться до конца. Супер! Аля! Да, игра в 17:30, в 16:40 собрание. 23 октава. Красный! Первый Грэмми в СНГ, знаете вы? Тема, да? В СНГ? Да. Это как сегодня читал, короче, что типа Тупак и Бигги не получили Грэмми. Я не получил. Сегодня полуфинальная игра Кубка Казахстана 2021 года. В команде из Актау, Каспи, из твоего родного города. Вообще я прогнозировал, что Барса возьмут. Ну, Кустанай. Молодые, энергичные. Но мне кажется, их возможно не хватит. Чего хуй овертайм будет? А? Забиться хочешь? Давай. Любое касание. Таща, да, таща. Давайте гуси. До зоны встаньте, нормально с зоны играете. Let's try, guys, first of all, warm up good, and let's try all to share the minutes, to play 5-6 minutes with the good switches, all of this we've been talking about, and to be ready for tomorrow equally. Okay? Yeah, let's go. 1, 2, 3! Come on. Catch a shot! Sometimes Zhukov makes some shot. Maybe we will move up. Kolya will take four. Kolya will take Zhukov. He will take Roman, and then he will take Sabkin. Okay. If you take him, you will play blue. No. Okay. Давай. Zhukov will not make you problem. 1, 2, 3. Быстрый прорыв, и три идут борются за подбор, где-то дефлекшн,
где-то смахнули, где-то вот как Вова пошел, забрали мяч на чужом щите и добавили себе атаку дополнительную. Работать на мяче, давить на мяч, дефлекшн. Или он будет навесом отдавать обратный пас, тогда мы успеем на этот бросок. А мы с опущенными, мяч легко идет, и поэтому свободные 3 очка. Давай. Вот смотри, октав. Каспи! Он дефлекшн делает, все, поборись! Сыграли полуфинал с Октау, хороший полуфинал получился, все сыграли, получили время, почувствовали игровой ритм. Завтра последний шаг, финал, с Кустанаем мы уже сыграли один раз, выиграли, но как бы это особо ничего не значит. Финал есть финал, одна игра, все может учиться, надо настраиваться и биться до конца. Сегодня прошла предпоследняя игра на кубке с Октау за выход в финал, благо все прошли это в нормальной форме, то есть никто не травмировался. Все в оптимальной форме, готовы к завтрашнему финалу. Надеюсь, закончим все на позитивной, сильной ноте. Заберем кубок домой в Астану. Roll fast, he will go hard, show aggressive, you can have a through a scar or direct pass to Kolya to finish a couple of times. Финал, и надо играть всегда на 100%, особенно финал.
Поэтому финальная игра получилась достаточно интересной, особенно первая половина. Мы даже проигрывали первую четверть, там, больше 10, насколько я помню. Вот. Немного плохо играли в защите, не агрессивно, и отсюда результат первой четверти. Но мы догнали первую четверть, не сдавались. И продолжили гнуть свою линию, играть в защиту и победили в итоге. Вчера промазал, а сегодня там поймал. В смысле вчера промазал? Нет, я промазал. Ты Данк промазал? Я думал, я промазал. Как, там. Не, как финал вообще в целом оцениваешь? Да, ну, то есть первые две четверти такие интересные. Две четверти были тяжелыми. Плохо мы начали в защите, потом собрались и нормально все сыграли. Потом банка вышла, собралась. Потом банка вышла. Иначе, на самую важную игру мы с Рэлс сегодня сыграли. Сегодня с командой сыграли. Хоть мы и провалили начало, мы потом собрались с командой, и команду выиграли. Догнали. Хорошо сыграл. Как ты и прогнозировал, две игры с Тоболом, да. Первая была чуть-чуть, наверное, полегче для вас. Блин, что-то в этот раз начало тяжелое было. Так-то, в принципе, нормально поиграли. Мазали много. Весь турнир, наверное, попадали. Каждую игру, в принципе, отрыв был за трехочковых. А сейчас начали, все промазали. Ну, под конец вроде пошли, после второй половины ништяк, спокойнее стало. Все, наверное, знали заранее, что у нас есть лидеры в национальном чемпионате, и, соответственно, каждый ждал, наверное, может, кто-то и ожидал какую-то интригу. Но я думаю, финал был достоин, мы хорошо начали, хорошо побились. Но, наверное, насколько хватило сил, все равно сказывается и опыт игроков астанинских, и качество игры. Но, тем не менее, доволен, команда хорошо сыграла, молодцы, мы довольны. Заслуженно второе место. Спасибо Национальной Федерации за кубок. Все было классно. А как ты этот финал оцениваешь? Так интересно было смотреть первые две четверти. Понятно, у Астаны что-то не летело, а у Кустаная, наоборот, все залетало. Да, начало такое было. Тобол вышел агрессивно на финал. Мы, наверное, чуть-чуть как софтики, наверное, вышли. Нас агрессивно взяли в защите, плюс они попали тяжелые броски на последних секундах. Ну и что, тренер нас бодрил быстро в тайм-ауте. Мы подсобрались и начали агрессивно в защите. Мало бросков попали своих открытых, попали больше, была другая игра. Ну, главное, мы выиграли, собрались, хорошо отыграли в защите. Самое главное – победа. Сюда по подбою. Я, Мурза и Макс, одна фото. Мои два защитника. I think that our guys played really stable during this tournament. Four games, we win them with a big margin. In the finals, Tobol gave us a good fight in the start. They surprised us with their effort, with their quick play. But after this first quarter, our guys really stepped up, and they really showed that they're much better than the opponents. We played here with nine players because Dima Gavrilov has had an injury, and I'm happy that Ruslan Aitkali, that Askar Majdekin, that Andrei Litvinenko, the younger guys that we have, contributed to this cup also, and they were also important part of winning this trophy. Мы начали игру не очень сконцентрированно, хотя настраивались. Для нас каждый титул очень важен. Но начало первых пяти минут, когда клуб Астана проигрывал 13 очков, это, конечно, плохой показатель. Будем работать над этим. Но финальная часть показывает о том, что все-таки у нас есть силы, есть желание не отдавать кубок никому. И, наверное, ребята это сегодня доказали. Мы добыли еще один кубок, добыли еще один титул, к которому шли. Но праздновать будем только сегодня. Радоваться
этой награде. А завтра уже начинается рабочий день, будем готовиться уже дальше. First of all, I want to thank you, all of you, on the effort. You put a great effort after this first quarter. You start to play our game and we win really convincing. This year was not easy year, but I think that you doing really good job. 3 years since I'm here, you are every year better and better. And every trophy that we win, I put in my heart here. Thank you very much and let's finish the job this season with the national championship. Thank you.